Доброго времени суток. Благодарю вас за то, что зашли на мой канал. Замечательная погода. Ярко светит солнце. Даже не скажешь, что скоро конец сентября. Спросили меня, вот где можно погулять, что посмотреть во Владивостоке. Есть маленькие дети, куда можно их повести? Показываю специально для тех, кто не знает. Можно предыдущие видео посмотреть, там это уже есть. Ну, если не найдете, то вот. Так, парк Фантазия, пожалуйста. Это район Второй речки. Здесь остановка. Парк Победы. Фантазия здесь. Давайте поближе подойдем. Все покажу для тех, кто еще не посмотрел. Видео есть у меня такое на канале. Вот сюда можно привести детишек, провести замечательное время. Сейчас он еще закрыт. Чуть попозже открывается. Покажу, как он выглядит. Надо будет потом туда еще вовнутрь зайти, поснимать для вас. Сегодня вообще, если выходной у вас, то приходите. Дома не стоит сидеть, надо ловить такие дни солнечные. Так как погода резко меняется. Местные знают. Это Фантазия. Посмотрим, цены еще те же. Пожалуйста, смотрите. Так, здесь только понедельник, санитарный день. И вход на территорию парка 50 рублей. Это во вторник, среду, четверг, пятницу. А суббота, воскресенье, праздничные дни 100 рублей. И вход, билет на территорию парка при проведении культурно-массовых праздничных мероприятий, шоу-программ 150 рублей. Так что это имейте в виду. И вот цены. Уже показывала, еще раз смотрите. Получается... От 100 рублей и вот до 400. Так. А единый билет, это 5 аттракционов, 1000 рублей. Так, детям до 3 лет вход на территорию парка Фантазия бесплатный. Ростомер есть. Так, 200 рублей, 350, 250 такие цены здесь. Так что одно из мест, где можно провести время хорошо и самому походить, детство вспомнить и своих детей покатать на этих аттракционах. Может быть, выгоднее посчитайте 1000 этих рублей, 5 аттракционов заплатить.
пока никого нет. Что здесь? Очень много мест в городе, где можно побывать. Вот одну из них показываю. Это для приезжих. Недавно приехали, не знают, куда идти, что смотреть. Так, режим работы парка. Вот, пожалуйста. В дождь парк не работает, а так с 11 до 18. Здесь кафе уютное есть, банкетные залы. Все, что нам предлагают. От вас требуется время. Такая красота. Приходите. Обязательно следует посетить. А если вы только вот приехали в город Владивосток, можете видео посмотреть. Многое сняла. Еще сниму. Сквер рядом с остановкой Парк Победы. Можно здесь посидеть, отдохнуть. Цветочной поляне расположился. Желаю вам хорошего настроения. Здесь уже такая вот красота. И
багряного цвета. А здесь еще зеленый. Хорошего отдыха, отличных выходных, всех благ.